Видана екологічна інспекція при відділах дней. Діаметра їх своя метода є передбачена нормативними документами. І вони посчитали, і шкода нанесена громаді та допустим. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Есть ли еще вопросы к свидетелям? Хорошо, пожалуйста. О, проверьте данного. Если собрались, кого-то обвинили, дальше там еще кого-то обвиняют, это совершенно нормально. Да? Совершенно нормально. А почему? Потому что мы общественность, мы представляем интересы, а он представляет интересы свои собственные. А вы не кажете, что не кажется, что представляя интересы людей, вы представляете в первую очередь свои интересы, которые вам нужно продвинуть дальше? И вот мое мнение выгнать его из города за такую деятельность. То, что здесь люди вот собрались, вы выбрали присяжных вообще. Ну, люди, которые работают присяжными, должны иметь какое-то юридическое образование, правильно? Чтобы так. А это вот просто присяжные не обязательно имеют юридическое образование. Совершенно просто. Они должны быть порядочными людьми и слушать те материалы, которые юридическое образование должны иметь все, которые готовят. Но вот присяжные должны сказать да или нет, виновен или нет. По их мнению. Ну, судьи там тоже есть. Вот эта девушка блондинка. На самом деле, практически эта дорога очень совершенно случайно. Я сам автомобилист. Уже, наверное, тоже какие-то есть цели из этого мероприятия. Я не сказал, выгнать их из города и придать всеобщему. А что вы сделали для города Харькова, ваша общественная организация, скажите, пожалуйста? Мы занимаемся защитой поддержки малого бизнеса и добросовестности. Все, что мы сделали, об этом известно от соответствующих. Раскройте себе. Поэтому решили власть. Ну это просто слова получилось. Решение, которое сегодня примут здесь на общественном суде, как вы считаете, насколько оно будет компетентно? Вообще, почему именно в лесу? Ну, это место происшествия. Поэтому, считая себя получается, правым, на месте происшествия нужно собираться проводить. И начинают строить. Ну, где удобно, там и проводим. Скажите, пожалуйста, а ваша позиция относительно того, что представитель Зеленого фронта в прошлом году совершенно случайно, скажем так, выпил пиво, прошелся и шлагбаум, скажем так, поднял, и человек пострадал. Погиб. Погиб человек. И как вы к этому относитесь? Хорошо ребята поступают? Я считаю, что дорога здесь неправильно проложена. То, что разбили, сегодня уже называют дорогой. А то, что поступки... Она по кладбищу проходит, и здесь очень много. И без шлагбаума разбили. А вы знаете, что по городу Харькова во время войны костей трупа было очень много? В любом месте. А именно здесь, да? А везде, в других местах не было, да? Просто я хочу спросить ваше мнение. Вот действия Зеленого фронта, молодого человека, который поднял шлагбаум, в результате чего просто пострадал человек. Погиб. Умер. Это хорошо. Я не знаю, о чем вы говорите. Я знаю, что бы здесь ни происходило, здесь дорога проложена. И здесь будут происшествия. Потому что на этом лежит вето. А если человек... Шлагбаум — это случайность. Случайность. Человек просто на следственном эксперименте сказал, да ну его, поднял и все, и через 5 минут человек погиб. Ну так, судьба в этой дороге. Причем это сделал человек, представитель Зеленого фронта. Ответьте мне, пожалуйста, конкретно на вопрос. Как вы расцениваете позицию этих людей, которые так стали причиной гибели человека? Никак. Это хорошо. Это не хорошо, но это случайно. А как вы назовете случайность того, что после этого группа людей из Зеленого фронта случайно совершенно вышла к машине, которая, скажем так, ну, я об этом не знаю. Вы не в городе Харькове? Я вам сказал, что это случайно. Шлагбаум нужно было делать как положено.
Значит, виноват кто? Китай, который неправильно спроектировал, неправильно сделал. И проект, который он делал, он здесь совершенно не нужен. Посмотрите на пропуск, который там на выезде. Так он случайно своими руками развернул шлагбаум? Своими руками? Случайно, что ли? И сказал, что мне просто стало обидно, что здесь дорога. Мы против нее столько типа боролись. Это ж так было. Вот этот представитель Зеленого фронта, который... Ну, я могу верить, могу не верить. Это суд должен доказать. Что он доказал? Ну, доказал, значит, он сделал плохого человека. Вот там, где вы подумали. Ну, вот там место Пернеса, который дорогу спроектировал. Если бы Пернес дорогу не спроектировал, не было бы жертв. Да вы что? Конечно. Да вы что? Это, по-моему, такие, знаете, нет, это все правильно рассудили. Почему правильно рассудили? Вы понимаете, вы, получается, скажем так, покрываете своих? Я своих не покрываю. А других кого-то... Ну, как? Когда в зале голосовали... Значит, не было бы дороги, не было бы шлагбаума. Или шлагбаум должен был сделать бы правильно. Тогда бы не было вот этих происшествий. Это раз. Во-вторых, за мои деньги здесь построили вот эту дорогу. Меня спросили. За ваши? Конечно, за мои, я нового подписчика. Меня спросили. Сколько деревьев. Я же вам говорю. Мошенник. А вы честные люди? Мы все честные. Да, голосовала 360. Как вы считаете, чем тяжелее выполнить? Для общественной организации? 2000 человек. С такими деньгами. С мандатами. Ну, вы тоже преследуете здесь какие-то цели, вы совершенно случайно здесь не могли появиться. Я преследую цели одни, чтобы подонков убрать от власти. А подонок это Кернес. Абсолютно нет, я считаю. Ну а если большинство харьковчан не так считает, ну опять же, вот вы считаете. Хотите спросить, большинство считает именно так? Да большинство голосует на выборах. Смотрите, вот это результат. Как голосует на выборах, кто считает, мы же знаем. Знаем. Как фальсифицирует Авака выборы. В прошлом году здесь было много участников, сейчас прошло от силы человек 20. Почему именно так, как вы считаете? Может, некоторым все это надоело? Или просто закончили платить деньги? Надоело, я могу сказать почему. И надоело ходить. Они арчевые листовки разводят, патроны порадовали. Патроны? Да, именно так меня и спрашивают. Что вы с этим крепостом будете? Как срак вы его, как он этого самого Рубенко, из города. А может быть, все-таки просто деньги закончились? У кого? У человека, который, скажем так, проплачивал это все. За деньги себя никто не платит. Мне не платят, этим людям тоже. Ну, уже не платят, понятно, поэтому такого количества людей здесь маленькое. Это 25 числа здесь появились флаги Бакирщины. Вот здесь, вот как раз на этом месте. И после этого все закончилось нормально. Все партии являются источником коррупции. Все, абсолютно. Насчет этого происшествия вы не знаете, серьезно, что ли? Я слышал, что кто-то шел. Так не кто-то, а именно вот член Зеленого фронта, человек, который здесь был в палаточном лагере. Именно, да, именно он же сказал, что мне так обидно стало, что тут машины ездят, мы столько стоят. Это эмоционально было. Так ничего себе эмоционально, а человек погиб. Да тут же еще без шлагбаума тоже погиб. По-моему, две или три аварии. Ну, без смерти. Ну, это дорога проклятая лежит. Вы говорите кладбище. Кладбище было эксгумировано здесь в 80-е годы. Проводилась выемка, приезжали немцы, специалисты. Можно перейти к Кернесу.
числа, 26-го, ночью подъехал сын Геннадия Анатольевича. Здесь в лагере стояла группа беременных, а именно Олег Вяксов. И тогда сын Геннадия Анатольевича говорит, с вами хочет, Вяткину подъехал, говорит, с вами хочет поговорить Геннадий Анатольевич. Сейчас я сказал, что моя речь будет посвящена полностью Геннадию Анатольевичу Кернесу. Без Гурфанов, без всех остальных. Поэтому, когда Вяткин поехал на встречу, это было ночью, где-то в 3 часа, он вернулся, сказал следующие слова, что после встречи с Геннадием Анатольевичем я снимаю свою палатку и ухожу, ждем и вам совет. И мы начали задать вопрос, а почему? Он начал объяснять, что Геннадий Анатольевич Кернес объяснил ему подробности, что стояние здесь, в палаточном городке, влечет за собой уголовную ответственность, а именно массовые беспорядки, которые я обеспечу вам 10-летнюю отсидку, и вам больше нигде не захочется стоять. Человек испугался, собрал свои вещи, ну это нормальная, в принципе, реакция человека, и ушел. То есть главным лоббистом вот этой дороги является... Да, дело в том, что это рекордная зона. Да, лесопарк еще не начинал. Так это парк Горького. Это парк Горького. И это я говорил о том, что человек вел, Кернес вел Вяткина в заблуждение, запугал его. И Вяткин снял свою палатку и начал, ну как бы, мы сейчас не говорим о Вяткине. Мы говорим о Слобожанская, кооператив Слобожанская.
часто на пункты, которые поздравили для туризма, для отдыха граждан, для отдыха граждан нашей страны являются, не имеют права они иметь. Кто подписывал все эти решения, кто выделял эти земли, наши земли, это вы знаете, все подписывается городским головой. Это есть в законе о местном самоврядовании, де чітко сказано, що міський голова очолює виконавчий комітет відповідно міста, села там і так далі. Тобто голова виконавчого комітету – це є хто? Кернін, Геннадій Адольф. Более того, по этому поводу, даже на сессиях горсовета депутаты, когда перед голосованием получают решение о выделении депутатов на парка, непосредственно перед голосованием не поэтому голосуют фактически вслепую, что является тоже нарушением закона Украины, прописанного в граждане. Дело в том, что депутаты, оппозиционные депутаты ставят этот вопрос, но здесь, опять-таки, мы видим нарушение закона Конституции, превышение своего полномочий с городской головой. Эти вопросы снимаются с повестки дня, и депутатам просто не дорисуют. Есть вопрос еще? У присяжных есть вопросы к защитникам громады? И я бы как хотел бы в конце нашего обвинения, потому что сейчас, ну, как бы регламентом определено должен выступить.